Мой собственный сын служил там, он вступил в отряд специального назначения, участвовал в Харьковской наступательной операции. Американцы заботятся о тех, кто находится в проигрыше, им не безразличны такого рода страдания. Но вопрос в том, почему мы находимся на Украине. Ведь министр обороны Ллойд Остин сказал, что мы находимся там для того, чтобы измотать русских. Президент Байден сказал, что мы находимся там для того, чтобы деплатформировать, свергнуть Владимира Путина. И если именно поэтому мы здесь и убиваем множество украинцев в качестве пешек в опосредованной войне между двумя великими державами, то вот еще одна последняя вещь, которую я хотел бы сказать, никто об этом не говорит. Там погибло 14 тысяч мирных жителей Украины, но при этом погибло 300 тысяч военнослужащих. Русские убивают украинцев в соотношении 7:1:1. Они не могут больше этого терпеть. То, что нам рассказывают об этой войне, просто неправда.